Лучшие компьютерные игры и журнал «Игромания» представляют. Третья часть нашей игры сделана для консолей, а первые две были PC-эксклюзивами. Принято считать, что управление в консольных играх должно быть достаточно простым. Разумеется, это не означает, что как игра третья часть окажется тривиальной. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать управление каждым из трех персонажей простым, удобным, плавным и динамичным. Чтобы хищник совершил прыжок с дерева на дерево, достаточно нажатия одной кнопки. Система фокусировки прыжков устраняет стандартные для шутеров проблемы, когда персонаж либо не допрыгивает, либо перепрыгивает точку приземления. Ведь наша игра — это вовсе не платформа. Хищник ведет скрытную тактическую охоту. Задача морпехов — просто выжить в атмосфере знаменитых фильмов ужаса. Чужие — это твари, которых все опасаются. Играя за них, вы скрываетесь в темноте, поджидая удобного момента для нанесения внезапного удара. Играя компанию за морпеха, вы должны избегать темных мест. Благодаря различным полезным предметам, это не слишком сложно. У вас есть ракеты, факел, которыми можно освещать затемненные участки, чтобы заранее разглядеть там чужих и избежать внезапного нападения. Но чужие появляются внезапно через специальное отверстие и поджидают свою жертву в укромных местах. В компании за чужих у вас обратная задача. Вы должны бороться со светом, прятаться в затемненных местах и внезапно атаковать оттуда. У хищника есть надежная маскировка, скрывающая его из виду, когда он стоит неподвижно. Если он двигается, противники могут заметить охотника за трофеями. Используя окружение, он предпочитает наблюдать за противником, оставаясь незамеченным, и совершает внезапные нападения. Для хищника люди — это животные, на которых он охотится. Он ведет себя точно так же, как люди во время охоты на животных, только жертвы в этот раз — мы с вами. Он скрытно перемещается, нападает, отрывает головы и берет их как трофеи. Оказавшись у закрытой двери со сканером сетчатки глаза, он пытается открыть ее, используя трофейные головы. На глаз самого хищника двери не реагируют. Он может отрывать конечности кому угодно, но против чужих это не очень эффективно. Они все равно продолжат свою атаку. Отрывание конечностей морпехам, разумеется, более эффективный прием. С другой стороны, если хищник долбанет по морпехам из плазмомета, они разлетятся на куски. Этот же прием прекрасно работает и против чужих. Мы не пытаемся урезать число кровавых сцен. В нашей игре присвоен рейтинг от 17 и старше. Поэтому мы стараемся достоверно передать атмосферу сценариев хищника и чужого. В нашей игре превосходная графика. Используя возможности новейших консолей, мы можем создавать изумительные анимации в реальном времени. В фильмах даже десятилетней давности все анимированные сцены создавались заранее, а отнюдь не в реальном времени. То, что могут делать современные консоли по сравнению с теми временами, действительно впечатляет.